кофе срочно пить. Рейтинга нет, к сожалению. Раньше был, была статистика, потом эту статистику. Короче, первые полгода в 19-м. Короче, когда 19 февраля устроился, поначалу статистика была, потом ее похерили и больше статистики. Прошки – это как внутриигровая валюта в играх. Только это не игра, а прошки, за которые ты можешь там какие-то покупать плюшки, там скидку на еду, на подписки. У скорой помощи охранник попросил номер квартиры. Ну, по факту, в принципе, мало ли, что это за скорая помощь приехала, тоже непонятно же. А вдруг они приехали не помогать, а наоборот, что-то хуже делать, допустим, да? Правильно? Вот он спрашивает. Ну, в принципе, наверное, правильно делается. Для натовный охранник, как говорится. А охранник, чтобы охранять. Ну, типа, представь, приезжает скорая помощь, говорит, мы в эту квартиру, а по факту они приехали, у них там ограбление или еще что-нибудь. Ну, типа, притворились скорой помощью. Такое же тоже может быть в теории, правильно? Или приехали гадости какие-то делать какому-то человеку. Ну, мало ли, кого-то заказное что-то осуждаю. Так что, в принципе, правильно сделан. Хотя в теории они бы могли сказать, что... А мы приехали в любую квартиру бы, рандомную бы сказали цифру. По сути, как бы он проверил, да? А, тогда бесполезны эти охранники абсолютно. Вот это если бы они пошли вместе с этим, как это сказать, вместе с охранником. Охранник бы вместе с ними пошел бы, сопровождал бы, типа, скорую помощь, тогда ладно. Ладно, это только в фильмах такое бывает, правда. Хуйню какую-то я сморозил. Все, вырежь это с трансляции. Хуйня какая-то. Это только в фильмах, походу, такое. Ну вот, не дай бог, потом в новостях где-то проскользнет, а в итоге буду прав. А, вахтер-консьерж, а на нем написано охранник. Он прям такой модный, у него такая модная прямо эта одежда. Ну ладно. Ладно, бог ему судья. А, ой, а к чему это я? Ой, короче, хороший, дай господи здоровья человеку. Что-то я не ту фразу сказал. Все нормально. Все хорошо, сейчас будем жестко драться. Для устрашения. А, ну может, кстати. Ну да, чтобы боялись. Тоже верно. О, Додо. Додо пицца. Здорово, брат. Здорово, хорошая брат. Смена тебе. Тебе так. Спасибо. Так, тут припаркую сейчас. Опа. И кофе попью. А кофе... О, макарони чикен фри. А где интернет? Интернета нет. Что интернет пропал? Хотел вам показать. Что-то связь тут пропадает странно как-то. Ладно, до кофе оплачивать и убегать. А то, слышишь, сейчас опять стрим упадет. Как всегда. Я еще купил там. Ну хоть сегодня солнышко не светит, здесь хотя бы сидеть спокойно можно. В прошлый раз тут сидел, солнце светило жестко. Возле мусорки будешь пить, что ли? Ну что это такое? А ну, отъедь. Не, братства у нас нет. Это я со всеми здороваюсь, знак уважения.
основном никто не здоровается ни с кем, к сожалению. Если бы все здоровались, как раньше, года три назад, сплоченные были бы, и вместе бы Новый год, когда справляли, помню, вот было весело, вот это был профсоюз топовый. А сейчас каждый сам себе на уме. Это я как-то вот пытаюсь с помощью стримов коллег найти себе и позвать работать и показать, типа, как надо. Вот, здороваемся там, не знаю, ну, как-то человечность какую-то проявлять или что, как объяснить можно. Ну, вы поняли. А, понятное дело, в основном никто даже не здоровается. Очень, это, плюс это Дудо Пицца был. Хороший мужик, кстати. Удивительно, что он поздоровался. Ой, горячий, зараза. Пока остынет теперь. Соседями? Да соседи, ладно, если ты в таком доме живешь, вот в таком. Ну, конечно, там попробуй со всеми соседями перездороваться. Хотя со мной здороваются даже в лифте, когда я тут сюда прихожу. Мне приятно, я тоже здороваюсь со всеми, кто мимо проходит. Прям это даже как-то удивительно, я бы даже сказал. Приятно. Так, сейчас мы с Красного Оксая уедем подальше. Не записал, да, сейчас я кофе попью, секунду. Чуть попозже запишу, пока так надо просто. Блин, вот не люблю, что он долго оставается. Жаль, там льда сразу нельзя, ну нету генератора льда, было бы удобно. Сразу лед закидываешь и быстро кофе пьешь. Блин, пенка прям такая приятная. Вот, блин, а кофемашинки в Пятерочке просто невероятные. Как же круто они сделали все-таки. За 50 рублей получаешь кофе, как в Маке. Дорогих? Нет, кстати, не здороваются. Именно в дорогих, в элитных ЖК, не помню, чтобы со мной здоровались. Только дети здоровались, по-моему, там. А взрослые, по-моему... Слушай, ну не помню, я врать не буду. Ну, по-моему, не здоровались. Или здоровались. А я хз. Это давно было. Я последний раз не помню, когда был в элитном доме. Не помню. Ну, Марк же живет в обычном доме. Тебя поставила? В каком смысле? А, я понял. Сложный, но понятный. Что говорил? Я говорил... А, что хотел сказать. Твикс, кстати, по сравнению с Сникерсом, мне стало больше нравится, не поверите. Как будто бы понежнее, что ли. Блин, да хватит на меня садиться. Ножки забодали. Как вкусно. Вкусно. Прям даже слишком. Горячий, зараза. То, что мошки летают. Противные, бесит. Надо буду дуть, когда с подносом витры. Спасибо. Хм.
красивая собачка. И с платьем. Самый милый пудель, которого я когда-либо видел. Она еще в таком платье прикольном, вообще обалдеть. Та собачка там отросла прикольная, милая. О, мой фолловер. Сегодня в 14:00. Это который гадости постоянно пишет, я ему мут даю. На переменке гадости пишет. Чё? Когда? С кем? Какая встреча? А что сегодня? О чем вы говорите? Какая встреча, ребят? Не, я эту шутку не выкупил. А, он сказал по телефону. Как вы слышите все? Обалдеть, я не услышал. Ой. Какой-то сегодня день отличный. Жарко, правда, становится. Хорошо, что я кофту не одел теплую, еще более теплую. Куртку, то есть. А кофту одел, наоборот. Я спарюсь сегодня, чувствую. Прям жарко становится. А тут. А я еще и кофе пью. Так, вот я думаю, рвануть попробовать в центр, поймать там заказ и уехать куда-нибудь не на Нахичеване. А то на Нахичеване постоянно только Красный Оксай падает. Перекус курьера. Чек. Да. Здорово. Вкуснятина. Невозможно. Вам? Кусай. Кусай, брат. Кстати, годен всего 7 месяцев. Значит, из качественной продукции, из качественных продуктов делать. Из качественного пальмового масла, что всего 7 месяцев годен. Молодцы. Здорово. Да потихоньку. Сейчас похаваю, дальше будем работать. Мужики землю копают. А могли бы по моей речке деньги делать. Это я с утра кушал. Это аперитив. О, курьерочка поехала. Из Додо пиццы, видели? А, сейчас бы курьерочку из Додо пиццы вместе с пиццей. Куда поехала? А, там же Додо пицца. Логично. Да. Одобряешь? Ну, ты же говоришь, что по факту. Сейчас бы курьерочку. Начинается с воды. Да, правильно. Да. Отличного настроения. Тебе также.
Опа. Вот это респект мужику. Это реально респект. Так, а мусор надо выкинуть, да? Что-то я мусор насобирал. Доброе, доброе. Ой, спасибо большое. А чтобы были жирные кэфы, да. Напишем пиццу, да. Вроде как, ну, походу, да, напишем. Да, тут на радиус небольшой, тут вон она, Додо пицца на углу. Вон она. Я думаю, они тут в радиусе 3 километра работают не более. Так что пешком можно работать, не мой на изи. Не думаю, что там, конечно, много платят. А чему не предложил ревку? Вот я балбес. Ну ладно. Вот я придурок. Блин, 20-ка в Ростове надо было предложить. Не, не пошел бы. Я пиццы ненавижу доставлять. А там же мало платят. Не, ну если мне на почту напишет Додо пицца и скажет: Ваня, мы тебя переманиваем из Яндекс.Еды, типа, и заплатим тебе больше гонорар. Я бы согласился, конечно. Я бы сказал. На грузовом тарифе, ну если я минимум по 5к зарабатываю, на грузовом тарифе должны минимум 10к зарабатывать, да. Пешком весь день, ну конечно, мотаешься. Это такое себе. Так а толку, что пробег меньше? Не, не поломается. В чем поломается? Я ж аккуратно езжу. Я медленно-медленно с бордюра съезжаю, чтобы ничего не болтыхалось сильно, а очень аккуратно слежу за техникой. Мне тучи не нравятся вот эти, как будто дождь ливанет слегка. Не хватало сегодня еще дождя. Ой, как тучи вот эти сверху не нравятся, вот эти вот, которые сейчас идут. Надеюсь, не будет ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу. Так, надо с Красного Оксая свалить. Срочно надо свалить с Красного Оксая. Да, просто сумка другая нужна. В том-то и дело, в том-то и прикол. А Яндекс.Сумка, она рассчитана на пиццу только когда сумку переворачиваешь горизонтально. Следовательно, нести ее неудобно. Вот из-за этого я не люблю пиццы. Я ничего против пиц не имею. Именно как сам бы заказывал с удовольствием. Но вот таскать их в Яндекс.Сумке — это отдельный вид извращения, так сказать. Особенно пиццы из этого. Большие пиццы из Ташир пиццы, когда они прям... Hello, my friend. Have a nice day. Прям печальные тучи, прям от них холодом веет жестким. Мне такое ощущение, что нет смысла куда-то убегать. Все равно меня настигнет какой-нибудь ресторан странный. Как чао. Ну, чао — это значит, он уходит уже или что? А чего он так быстро уходит, спросите у него, пусть остается. Пусть по моей ревке устраивается, в Россию переезжает. Братан, это... А, это привет. Это он, получается, с какой страны? Аргентина? My friend. А, тьфу. У меня в рот тьфу залетело, как эта гадость. Тьфу. Только вкуснейший твикс кушал. И в рот залетела мне эта мошка. Представляешь? По прогнозу нет, да. Корновщиком? Не, не пробовал. Там учиться надо. А мне учиться не надо, я могу сотку поднимать, просто потому что я катаюсь. Надо этого иностранца... Да-да. Надо иностранца переманить к нам в Россию, пусть работает в Яндекс.Еде. И по моей ревке. В Белоруссии я был, мне понравилась страна. Минск, Гродно и Брест. Минск больше всего понравился, прям топовый город. Уютный, чистый, безопасный, прекрасная белорусская продукция. Ой, красота. Что-то он долго едет, да? Ну да, что-то как-то долго. Ну, он паркуется, что ли.
Хоть бы показал, что паркуется, но я бы его объехал бы. Бля, вообще не умеет пользоваться ни поворотниками, ни... Не, на стадионе не было. Ни аварийкой. Ну, типа, если ты паркуешься, ну, включи аварийку. Я буду понимать, что надо тебя объехать. А также я не знаю, что ты сделаешь. Может, ты начнешь балет танцевать машиной. Бля, похолодало резко. Мне эти тучи вообще не нравятся. Очень холодно. Прям безумно холодно. Прям очень холодно. Ой, как холодно, пипец. Главное не заболеть. Я вчера думал, что я заболел, у меня горло болело. Это, видимо, потому что что-то похавал не то просто и все. Короче, страшно, очень страшно. Нам плохую погоду не надо. Не, не сматываем, нормально. Ну, если насчет лить, конечно, буду тогда что-то думать, а пока не льет, нормально. Как обычно, горло лечу медом, горячим чем-нибудь. Ну, ты вот поэтому я машину не хочется мне машину. Промокает. Все промокает у Яндекса. Она отдельно что-то придумала, чтобы не промокало. Я дома сижу, когда дождливый день. Свои жилеты используют. Так, а сколько денег у нас? $5. Блин, я думал, будет получше. Ой, заказ какой-то пришел. Надеюсь, не красный аксей. Настоящие чебурейки пришли. Где-то. Ой. Не одно так другое. Не одно так другое, блин. Ну ладно, поехали. Хотел подальше уехать от Нахичевани. Сука. В итоге опять Нахичевани. Что за наказание с Нахичеванием? Что мне так везет этот район? А, ну господи, дайте я жить на другом месте поработаю. Опять в больницу ехать. Как забодали. Дайте я уеду с Нахичевани, умоляю. Сколько же можно? Клоун, спасибо, брат, спасибо. Стараемся. Сейчас пока мне эти чебуреки будет валять. Что там заказали? 3 чебурека с курицей. Какая вкуснятина. При желании на изи. Вообще на изи, да. Бананчик? Да. Мой талисман. Кот банан. А на нем какое-то пятно появилось. Надо убрать со лба. Он как Симба. Помеченный. Сочи, чебуреки, не видел. Я в Сочи и не ел чебуреки.
дыхание не устает нормально. Ну, когда тепло, начинают появляться мозоли, тогда устает. А когда прохладно, еще терпимо. Плюс-минус. Вот жопа устает иногда, только ехать. Реально. О, асфальт сняли, значит, положат в теории новый. Все эти ли девятые покупают, они такие ужасно выглядящие, вообще не понимаю. Как они, машины эти людям нравятся, вон слева белая едет на той стороне. Вообще не очень. В чем прикол этих ли девятых? Я хз. Навел, дал газу. О, за газ готов. Нажимай чебурик. Блин, хотел пикнуть, а... Здесь он понял, что я с ним поздоровался. Ой, я чебурики проехал. Да я знакомому. Реально как Симба. Что это у него такое? Вот это? Что это? Что у тебя тут такое на голове? Где ты это поймал уже? Что это? Что это у тебя такое? Брось что ли или что? Вообще не понимаю. Ну, я же говорю, бровь реально. Ага, Светра. Светра жахи. Здравствуйте. А подскажите, там на 690 заказ. 3, 12. О, спасибочки, хорошего дня. До свидания. Ой, пёсик какой. Каждый человек хочет чебурек? Ну да, звучит неплохо. Да, новая красотка моя сумочка. Сука, опять в красный Аксай ехать. Ну просто... Ну заебутся они с этим, со своим красным Аксаем. Ну сколько же можно меня мучить? Каждый заказ — это красный Аксай. Каждому курьеру по заказу в красный Аксай. Это просто кринж. Сука, я как будто тут один катаюсь в этом красном Аксай. Да не могу сбежать с ним, мне не получается. Каждый заказ, реально каждый заказ я сюда приезжаю обязательно. Ой, на Зеленый остров еще не хватало сегодня поехать опять. Я в Ростове, братан. Зайди в описание канала, там есть ответы на вопросы. Почитай внимательно. Да я еще раз съезжу за 500 рублей, в принципе, если будет 500 рублей заказ стоить. Ну, что-то они не стоят 500 рублей почему-то иногда. Только они стоят, это плохо прям. Глаз что попало.
Краснокса — это микрорайон. Есть еще Вересаева, Левенцовка. Удобно, да. Но я обычно просто так делаю и не парюсь уже. Сколько часов работаю? В описании канала есть ссылка на ТГ. Переходи в ТГ, там есть подробные отчеты. Читай, внимательно изучай. Если будут ответы на еще какие-то вопросы, спрашивай. Если захочешь устроиться по моей ревке, я тебе до 10 тысяч рублей на карту переведу, имей в виду. Ничем. Я залутался. Шикарно заказами залутался. Прям шикарно. Не спешился — это плохо. Надо было спешиться. Я всегда спешиваюсь. Ну, если меня поймают, я тоже заплачу. Ну, если поймают. Ладно, шутка. Что, прям погоня была, да? Жестко. Кэшбэк есть на штрафы? Типа кэшбэк на госуслуги. Кэшбэк на мой налог. Было бы идеально. Плачу налог, допустим, за месяц, и мне еще кэшбэк падает. Вообще имба. Да дайте мне уже такой дорогой заказ, я запарился эту муть возить. Ну, через госуслуги я оплачивал, было дело. Подписался, спасибо, брат, приятно. Бля, сколько мошек, да что ж такое, все на меня тля все садится, я весь тля. Реально. Как будто я целиком состою из тли. Ой, заказ пришел. Не удивлюсь, если это опять, сука, красная Ксай. Вообще не удивлюсь. Так, а где тут главный вход? У меня вопрос. Это главный вход? Ой, бля. Непонятно, где тут главный, прям супер главный вход. Где-то тут должен быть. Да, у меня автопрем, к сожалению. Страшно, очень страшно. В больнице возить. Алло? А, не алло, да ё-моё. Алло. Здравствуйте, еда прибыла, я во дворе. Встречайте. Ну, Яндекс.Еда, вы же заказывали еду? Ну, во дворе главный вход, правильно же? Больница, правильно? Сарьяна, да. А, окей, все. Ну, я во дворе у входа, в общем. У главного, вот во дворе, который. Добро, добро. Угу.
прошлого ничего не заказал, жена заказала с аккаунта. Хоть бы телефон в комментарии указал, что она заказала. Я мужу звоню, муж в шоке, думает, куда пса заказ. Я ничего не заказывал, говорю, смотри. Нет, не обязательно, Дима. Кашляют все, еще что-нибудь. Ой. Кайф, когда сама готовит, да? Да ладно, заказывайте заказ. Здесь это главный вход. Странные бывают клиенты у меня, конечно, максимально без обид. Потом ищи их, свищи. Пам-пам-пам. Гении. Ой. Ненавижу в больнице ездить, сука. Ненавижу заказы в больнице. Самые дурацкие заказы. Ой. Еще бы 100 лет бы сюда не ходил бы в больнице, боже упаси. Мне, блядь, заказы висят, заказы в больнице. Сука, доплачивайте, хули, в больницу нужно заходить. Хуй пойми, кто там чем болеет, еще заражусь, не дай бог, без обид. Ну, правда, не люблю больницы, ненавижу больницы. Ничего против не имею, конечно, понятно, туда можно зайти вылечиться, но скорее больше просто заболеть. Ну, наверное, хуёво кормят, видимо. Блин, если она с той стороны, вон тут два входа, понимаешь? Вот я знаю, с какой стороны она там стоит. Поехали на ту сторону. Будет прикольно, если в итоге будет это. В том-то и дело, что заболею, не дай бог. Они еще недовольны. Просто я не понимаю, с какой стороны. Два корпуса, понимаешь? Нихуя не подписано, блядь. Еще клиент, не клиент. Вот еще вход, видишь? Кислород вот какой-то огромный, ля. Вот я что знаю, вот еще вход, понимаешь? Там вход, тут вход. Вот откуда я знаю, где клиент? Скажи, пожалуйста. Вот и как я пойму? Бля, клиенты просто уникумы, я вам отвечаю. Клиенты уникумы, реально. Ищи, ебись вот это мозгами. Ну вот, тут никого нет, разумеется. Ой, бля. Дурка, блядь. Не больница дурка, а просто дурка. Да нет, это для ковидных. По хатам удобнее всего развозить, да. Это правда. А вот, наверное, за мной идут. Сейчас подожди. А нет, не за мной. Да нет, я туда приехал просто. А, вот это идет уже, вижу. Здравствуйте. А? Да. Вы смотрите, в комментариях указывайте, что ваш номер вам звонить. Я же позвонил, а в итоге поднял другой. А, все, тогда вопросов нет. А то ж я звоню, а он в шоке говорит, что случилось. Я говорю, ну как, что, еда. Приятного аппетита и прекрасного дня. До свидания. Так. Все, погнали. А, подожди, погнали. Опа. Обалдеть, у меня, допустим, один аккаунт на всю семью. Блять, откуда, сука, на красном оксае кичак сделали? Пиздец.
сука, конченый красный Аксай. Как ты настахуебенил меня. Просто мразота. Падает в блядушку в красный Аксай в дом. И в дом напротив. Рот ебал эти заказы, которые там падают. Я рот ебал, когда его нахуй отключат. Как он затрахал меня. Просто мразота конченая. Сука, все, я нахуй сейчас этот блядушку эту отдаю нахуй. И нахуй за 10 километров уезжаю этой блядины. Как он меня настахуебал. Как он меня настахуебал. Вы бы знали, блядь. Это просто дурка. Ёбаный красный Аксай, блядь. Каждый, блядь, душный заказ туда. Да ты затрахал уже нахуй меня. Блядь, с утра пораньше, блядь, настроение испортить. Это рот я ебал, блядь. Все, нахуй, сейчас отдаю заказ вот этой ебучей. Сука, чтобы блядь, душка мне нахуй еще раз упала. Там разота, блядь. Сука, 5 километров нахуй пизданусь отсюда. Как он настахуй ебенил меня, сука. И опять, блядь, красный Аксай. Ну, это рот наоборот просто, блядь. Конченый. Все, сука, заказы сегодня тут. Что за хуета, блядь? Просто дурка ебливая. Опять этот район, блядь. Сука. Вечно голодный, блядь, красный Аксай. Ну, это просто дурка. Все, рот наоборот. Я нахуй в центр уезжаю. Заебали. Реально заебали меня, блядь. Каждый блядский день красный Аксай. Ну что это за хуета? Как это назвать, блядь? Это же ненормально. Но зеленый остров это нормальные заказы. А когда, сука, вот блядушный дом, и в этот блядушный дом заказ же везти, блядь. 50 рублей заплатят, блядь. Ничего не стыдно. Это пиздец, блядь. Да хотят есть, но выйди на улицу, возьми заказ, блядь. Ладно, пешие тут. Поставьте пеших курьеров тут. Ну что за залупа? Я как уебан должен носить это, блядь, с дома в дом носить. Ну что за пиздец, блядь? Я что, я зря на вело, что ли, пересаживаюсь? Муравейник, я ж о том же. Это пиздец. Марк хочет. За 52 рубля Марк, походу, кушать хочет. Просто просто слов нету, блядь. На красный Аксай рот и наоборот, блядь. Блядь, нахуй, чтоб вы понимали, сука. Заказали в этот же дом. Просто... О. Даже не в дом напротив, рот наоборот. А в дом, блядь, в дом, нахуй, где этот кичак и находится, понимаешь? Сучий красный Аксай, блядь. И каждый заказ здесь такой конченый. Понаподключали все из-за лупы здесь и носишь в эти дома, блядь, их заказы ебать. Прекрасные заказы, обожаю красный Аксай, самый лучший район, блядь. Надо квартиру тут купить, тоже заказывать, как у ебану. Да я что, я ничего. Пешим курьером пусть такие заказы падают. Ну что за, блядь, это логистика, блядь. Нахуй мне такой заказ нужен. Я люблю свою работу, но я ебал рот такие заказы, честно, без обид. Я обожаю свою работу. Ну, блядские ближние заказы, я их рот наоборот, честно, правда, без обид. Не обижайтесь. Вот не обижайтесь. Вот, блядь, дом, и сразу в дом нести, нахуй. Тут кошак этот, блядь, ресторан. И сразу, вот он, кошак, и сразу подъезд. Ну, реально, поставили бы. Вот, вот это, блядь, вот он, кошак. Я думал, ребенок. Бакс, какой Бакс? Он еще его будет полгода готовить. Смотри, прикол. Знаешь, какой подъезд? А, ну второй, ладно. Вот, кошак. И в этот же дом, блять. Это просто пизда, нахуй. Он матюкается на красный Аксай, говорит, заказы конченые. Это, видимо, собака. Здравствуйте. А я за заказиком. Знаете, куда заказали? Никогда не угадаете. В этот же дом. Во второй подъезд, чтобы вы понимали. А? Ну, наверное, да. Айтишники. Айтишников не понять никогда. Удаленка. Да. Лагает, да? Да, лагает.
меньше 1 бакса. Рублей 80 дадут, вы что, гоните? Не, я сейчас уеду с Красного Окса. Ненавижу этот район. Он постоянно дурацкий. А мне надо далеко ехать, там-то и дело. Там еще и ждать надо, чтобы ты понимал. Да, это пиздец полный, блядь. Все, я отсюда уезжаю, мне без разницы. Больше никогда в жизни в Красный Окса не приеду. Я, блядь, все, на Нахичеване больше не работаю, все, меня это бесит. Я сейчас куда-нибудь подальше уеду. Куда-нибудь прям далеко-далеко уеду, все. Я не могу тут работать, у меня же нет терпения на Нахичеване. Это невозможно тут работать в этом районе. Просто заказы ужаснейшие падают. Бы сразу отдавали в заказ, тогда, наверное, да. Я согласен. Здорово. Хоть дома, конечно. Либо беру ланч, 185 рублей, 4 блюда и напиток дядюшки Фрэнки на Университетском 52. Если ты с Ростова, я тебе 10 тысяч заплачу, себе по ревке моей устроишься. Имейте в виду, сейчас огромная ревка в Ростове и по всей России. Сейчас покажу. А, сука, уменьшили ревку. Походу, я много наприглашал слишком людей. На 2000 уменьшили. Все, мой, наверное, уже. Кот. Спасибо большое. Хорошего дня. А, я обманул не в этот дом, ладно. Чуть-чуть обманул соседний дом все-таки. Но это не имеет значения. В любом случае, это полный трэш. Я только... Подожди, я к этому клиенту первый заказ возил. Что-то не наелся, походу, человек. Поехали опять, ладно. Я вчера к девчонкам тоже два раза на Красный, на Зеленый остров ездил. Не наедаются мои клиенты, что-то никак. Я не представляю, как тут люди работают тут на этих фурах, в этом Красном Оксае, он же на спуске. Эти фуры тяжелые, как они вообще заезжают на такие подъемы, это жесть. Прям респект работягам. Те, кто работают на дальнобоях, это прям трэш. Прям респект, респект. Спасибо. Всегда так приятно, когда мне открывают эти ворота. Обожаю. Всегда меня встречают. Это знак уважения, что я за 50 рублей заказ везел. Ладно, в принципе, я не против Красного Окса, хороший район. Но заказы реально кучу падают. Ну все, я. Это, ну, можно сказать, что в каком-то роде похоже чем-то, да. Мы только были в этом доме первым заказом. Вот первым заказом в этом доме мы были. Вот в этом подъезде мы были. Кто стрим смотрел. Я еще на 20 этаж уехал сегодня. Нажал первый, поехал на 20. Все, сейчас я телепортируюсь. Сейчас мы назад поедем в центр. Мне похеру. Я прям порожником. Еще и домофон не работает. Блин. А это 34-й дом, правильно?
ты не знаешь. Ну ладно, значит точно. Это третий. Это какой? Третий подъезд? Да. А, о, спасибо. Не, мне второй нужен. Спасибо. Это хорошо, я видишь. Я в третьем был на первом клиенте, вот я поэтому и запутался. Пошли. Слава богу, что дядя не сказал. А я еще думаю, что-то не так. Я еще думаю, что-то я проэтовался, проебчик. Блин, какой цвет обалденный. Вот я бы хотел бы такой цвет машины или велика. Я вот этот именно цвет обожаю, он реально очень сексуальный. И худи бы хотел такого цвета. Поэтому мне нравится, в принципе, Яндекс.Лавка, рембрендинг новый. Вот эти голубенькие сумки, это прям имба. Я сам бы хотел бы такое для себя. Прям имба-имбовая. Мятный это называется? Ну, красиво. А, мятная жвачка. Да, тоже верно. Что, связь есть? Реально? А-а-а. Красный Оксай. Что за косодом? А какая квартира, я уже забыл, господи. А, вспомнил. Спасибо. Стараемся. Здравствуйте. Приятного аппетита и хорошего дня. До свидания. Красная Оксай. Она в лифте не застрять, да? Красный Оксай. О, красный Оксай. Ой, блин. Все, едем в центр и там где-нибудь, дай бог, чтобы я в очко кинул, а лишь бы не на красный Оксай. Конечно же, Теле2 сдохло. Мегафон пишет, есть интернет. Теле2 пишет, Е. В 21 веке у меня ловит Е. Вместо 4G, Е. А теперь аж плюс. Спасибо, Красный Оксай, за интернет, Е. Так и написано прям английской буквой, Е. Что бы это значило, хуй его знает. Все, съебываем отсюда. Съебываем скорее. От нечистой силы. Опять порожняком, сука, ехать. Километра 3. Там вот это еще строят залупа, он вдалеке тоже будет куча заказов оттуда. А, это 2G? Пиздец, блядь. 2G, 24-й год 2G. Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Он еще один красный Оксай строит. Кажется, тут заказов будет, вы представляете? Сколько айтишников накупят эти квартиры и будут сидеть дома и заказывать заказы. Это Марк в детстве. Походу. Меня Марк преследует. И ребенок Марк, и кукла Марк, и стример Марк. Господи. Как перестать думать о Марке называется. Два триста шесть. Вот и такси. Я хозяин, зачем работать 2-306, если есть Яндекс.Такси? Интересно. А, я знаю зачем. Потому что блокируют, скорее всего, в Яндекс.Про таксистов. И они идут тупо работать в другую такси, да и все. Вот и весь секрет. Ну что, побег из Красного Оксая вдали от дома. Я не знаю, как еще назвать. Попытку, блядь, второй раз избежать этого района, это пиздец. Я же реально пытаюсь сбежать отсюда. У меня все не получается, он постоянно меня засасывает.
то чебуреки падают, то кошак падает, то еще что-нибудь. Заказала тоже, ну правильно, он прикольный. Не сильно дорогой. На Алике 100 с чем-то, на Озоне 300-400. Но на Озоне уже дороговато он прям стоит. Я чуть не удержался, покупал прям 400, охереть, да, это с Озона ты заказала, как я понял. Вот я тоже заказывал с Озона. Это было давно, это сколько я банану уже? Месяцев 6 где-то. А, не, вру, каких 6? Месяца 4, наверное, банану. А может меньше, не знаю. Привет, привет. Тебе тоже хорошего дня. Спасибо, брат. Ростов-на-Дону, братан. Заходи в описание канала, там есть ответы на вопросы. Да, еще и песенки поют. Не знаю, как его мыть, правда. Стирать. Хотя у меня разрядился. В принципе, наверное, постираю, потому что он уже превратился в усос. Банан-усос уже, понимаешь? Пожалуйста, красная акция, не приходи мне больше никогда, умоляю. Чтоб ни один заказ отсюда больше мне не упал. Спасибо, тебе тоже хорошего дня. Сломать умудрился, как его можно было сломать? Может, батарейки внутри выпали из штучки, которая поет? Микросхема, там же батарейки привязаны как-то. У меня мегафон, есть симка. Ха-ха-ха. Дорогая, спасибо, но не, у меня мегафон. У меня безлимитный архивный мегафон и Теле 2 на рабочем телефоне. Но слышно, это предложение приятное, приятное. Но, к сожалению, мегафоном я не пользуюсь. Ой, Билайном не пользуюсь. У меня ни разу симки не было Билайна. Блин, прохладно прям сегодня, я вам скажу по секрету. Обалдеть, тут даже фикс прайс. Котик. Да, он же, видишь, из-за дорог, из-за этих, его постоянно колбасит. Ну, меня так же примерно колбасит, как и его, плюс-минус. А, в стену кинул, понял. Чисто как штурман мой. Вот когда в ралли играешь, в дёрт-ралли, там есть штурман, который говорит, куда поворачивать. Типа, налево не режь, впереди прыжок, впереди яма. Вот у меня это штурман. Тоже то же самое все говорит вместо этого, как в дёрт-ралли. Что-то в этом есть определенное. Было бы прикольно, если его включаешь, реально он бы что-нибудь говорил бы мне. Как навигатор, понял? Было бы имбово. Тучи очень стрёмные. Впереди задом сдают, это классика ростовская, да? Да без заказа, пустым еду, съёбываю с красного окса, это невозможно. Эти дешманские заказы. Этот красный Аксай, посмотрите, 20-30 этажи, сука. Пока поднимешься на тех лифтах, пока эти заборы преодолеешь. Короче, район просто... Район сказка, район мечта. Попадаешь в него, пропадаешь навсегда. Поэтому просто как... Бегу как от нечистого какого-то. Как от этого, как от демона бегу прям. В Ставрополь переезжаешь, реально? Нормально, красава. Не, ну, если город не понравился, то, конечно, выбирай другой город. Йота дешевая на вышках мегафона, поэтому, в принципе, Йоту рекомендую. Я пользовался нормально, вполне, в принципе, связь нормальная. У меня мегафон сейчас есть симка, тоже очень нравится. А вот Теле 2 прям максимально ужасная связь. Не вздумай Теле 2 брать, это прям трэш полный. Мегафон, Йота, имба. Везде ловят, даже в Ставропольском крае ловят.
Йота тот же мегафон, да, вообще имба. А как я чат читаю, в описании канала есть ответы на вопросы, внимательно почитай, и ты все поймешь. Если будут какие-то дополнительные еще вопросы, обязательно спрашивай. Йота имба. Почему Теле 2? Йота это тот же самый мегафон. Какая Теле 2? Ты что? Это Тинькофф Мобайл тот же самый Теле 2, я знаю. А Йота это мегафон, вроде как. Разве нет? На сетях мегафона, да, я же говорю. А Теле 2 это тот же Тинькофф Мобайл. Договор, да, договор. Поэтому вот Теле 2 такое себе максимально. Rostix Mobile? Это как? Типа съешь вопер и получи 4G? Вкусная точка Mobile, да? Теле 2 работаешь? Ну, я тебе говорю, связь максимально плохо ловит. В Ростове постоянно везде пропадает Теле 2. Я когда Теле 2 стримил, я прям погибал. Прям жестко погибал. Кусочка Мобайл прикольно звучит. Могли бы, кстати, свою сделать. Блин, вообще Яндекс.Еда могли бы свою крипту бы сделать для курьеров. Я заказ выполнил, один купил бы, а потом между курьеров бы могли бы продавать бы. Со временем сделали свою крипту. Нет, разве не прикольно? Мне кажется, необычно. Это максимально необычно, мне кажется. Мне бы еще в Яндексе своего человека найти. Какого-нибудь это менеджера Яндекса. Чтобы с ним сотрудничать, с Яндексом напрямую. Какая птица? Это не птица, это банана кэт. Боже, неужели я с Нахичевани уезжаю? Слава богу, уже невозможно тут находиться. Уже хочется скорее в центр, либо в какой-то другой район, где заказы хоть по 5 баксов. А то это трэш какой-то, кринж. Чел, ты просто кринж с этими заказами из Красного Окса. Это кринж. Вообще невозможно. Дождь капает. Блять, просто мразь. А пагу... Прикол в том, что не было в прогнозе дождя, начинает капать дождь. Трэш. Кринж и трэш. Так, надо вернуть. Капал дождь, но уже вроде не капает. 3 капли я поймать успел. Либо это плевки птиц были, не знаю. Но скорее всего не, реально дождь был. Боже, я наконец... Ой, нет, все-таки капает, да. Холодно стало резко, прям очень холодно. Прям даже руки замерзли уже. Thank you.
А я хз, что с погодой случилось. Химтрейл распыляли, видать. И все, по пизде вся атмосфера пошла. Иллюминаты эти с своими химтрейлами, ужас какой-то, невозможно. Заговор это человеческий, вы же видите, что происходит. Да все, конец света, осуждаю. Ну не сейчас, а в плане вообще страшно, очень страшно. Это заговор какой-то страшный. Химтрейлы, вот это все. Жесть, жесть. Походу, красный оксайд дождь генерирует, чтобы меня обратно завлечь. Типа там дождя нет, а тут есть. 24 в СПБ, ого, как тепло у вас там, обалдеть. Прям комфорт плюс. Я сегодня выберусь. Привет. Как послал? А, я понял. Ну, сорян. Сорян. Смотри, как понимаешь, это ж от офиса зависит. Если послали, ну да, тогда обидно. Да, есть, конечно. Яндекс.Еда это один аккаунт, Яндекс.Лавка это один. Если ты будешь через мою ревку устраиваться, мы с тобой деньги залутаем, не забывай об этом. Пиши мне в ЛС обязательно. Ты в Яндекс.Лавку если пойдешь, там будет фикса за заказы и за час. А в Яндекс.Еде ты будешь по всему городу работать, никакой фиксы не будет, будешь получать нормально. Так что не иди в Яндекс.Лавку, в Яндекс.Лавках не очень. Вот Яндекс.Еду рекомендую. Да, это разделения разные, заказы разные. Вот у меня аккаунт вот так выглядит, видишь, самозанятый Яндекс.Еда, еда и лавка, видишь. Но я только еда, в лавке у меня аккаунта нету. Вот за эту шлюшку конченую, за заказик, дали, блядь, $1, рот наоборот. Чтоб я, блядь, в Красный Оксай еще поехал, сука. Просто конч. Столько времени уебать и просто доллар получить за эту, блядушку. Просто ужас какой-то. Невозможно. Лавки, нагрузка больше, заказы тяжелее. Короче, не рекомендую я в лавку идти. Лучше в Яндекс.Еде работать и все. Зарабатывать. Все, съебываем нахрен, чтоб мне еще раз туда в Красный Оксай я поехал, боже упаси. Никогда в жизни в Красный Оксай больше не поеду. Странный водитель на самом деле на Ларгусе. Если ты хочешь прям. О, красава, поворот включил. Плюс реп. Нормальный водитель, уважаю, красавчик вообще. А, нет, уже не нормальный, опять странно как-то телится. Fallout играл, конечно. Не, ну водитель максимально на Ларгусе вообще какой-то бедолага. Ура, припарковался. Давайте похлопаем все вместе дружно. Водитель металла нашел себе парковку. Ура, молодец. Вот это я хейчу машины, жесть. Я же ненавижу машины, кстати, без обид. Обожаю все сим-передвижения. Маленькие, компактные, удобные. Вот это без огромных бандур. Смотри, сколько навалено машин, это пиздец. Просто конч. Город в говно превращается из этих машин. Ненавижу машины из-за того, что они занимают всю площадь дороги, все занимают. По 3 машины покупают на одну семью. И это просто невозможно передвигаться по городу. Пробки. Битком набито. Номера все заклеивают по КД. Прям все заклеивают номера. И не хотят платить. Суки, машину покупают. Блин, ну оплати парковку, пиздец. Нахуй ты там машину покупаешь. И заклеивают номера. Это ж пиздец вообще. Просто бедолаги, блядь. Айтишники, как их еще назвать? О, смотри. Заклеил номер, видишь?
Вот, смотри, заклеен. Смотри, все номера заклеены. Заклеен. Пиздец, блядь. Ля, заклеен. Я ебал рот. Это всегда только так заклеивает. Всегда по КД заклеивает только так. И всем похуй. Все заклеено. Часи отдирать? Да не зачем. Заклеен. Просто номер снял. Смотри, заклеен. Вы видите этот пиздец, блядь? Вы видите? У них денег хватило на машину, а на парковку не хватило. Я в ахуе. Да, это ростовская фишка. По несколько лямов в том-то и дело, а на парковку денег нет. Объясните мне, как это работает, парни? Как это работает? А чё я так поехал? Давай сюда поехал. Свободный, конечно, лучше. Конечно, свободный лучше. Свободный... А, хотя почему свободный лучше? Нет, плановый лучше. Свободный, если этот... Это если тебе надо быстро уйти куда-нибудь, тогда да. А если хочешь больше зарабатывать, как я, допустим, то берешь плановый. Плановый будет имба. Ура, заказ пришел. Блять, опять чебуреки. Пиздец. Вместо парковки платишь кредит? А, ну походу, все кредитные, да, я так понимаю. Люди вообще ничего не любят платить. Я хозяин, вот я налоги плачу, все плачу и не жалуюсь. Бля, если бы у меня машина была за 3 ляма, ну ебать, естественно, я парковку мог бы оплатить себе позволить. Блядь, я не понимаю все равно людей в любом случае, я в ахуе. Ну ладно, я, допустим, лишний раз сэкономить хочется мне. Ну я же немного зарабатываю по меркам айтишников. А у них машины такие дорогие, они не могут, блядь, парковку оплатить. Ну и пиздец. И спрашивайте, меня потом спрашивайте, а чё ж ты так машины хейтишь и не любишь пробки и вообще столько водителей и столько машин? А потому что, блядь, полный пиздец на дорогах творится. Вот именно, пользуешься, плати, да. Потому что не надо пробивать, зачем это плохо делать, так нельзя делать. Но то, что полный пиздец с парковками в Ростове, это первое. И второе, то, что уже встать негде, понимаешь? Весь город захламили этим дерьмом. Вот, ля, сколько автобусов. Садись и пользуйся автобусом. Нет, они под 4 машины на семью покупают. Айтишников не понять, миллионеры. Ну, реально миллионеры. Блин, а как же мне тут повернуть, а? Метро нету в Ростове. Что-то сегодня я недоволен днем, прям максимально дешманские законченные заказы падают, и что-то 2,3 кэф, а заказы просто шлюшки маленькие. Вообще недоволен днем. Да, реально, купи автобус, вози весь город. Имба. Реально, завтраками кормят даже, пиздец. Вот, берите с Марка гуакамоле пример. Он на платную парковку свою машину ставит, молодец, деньги платит. Хотя, ебать, он миллионер, понятно, что он платит. Не, мне богатых не понять, я хуй пойми, блядь. Покупать тачки дорогие, заклеивать номера, ну вы точно на голову. Да. 20 рублей? Нет, 20 рублей мы не платили. Сотку платили бы, 200. Сколько у нас парковка стоит? А я хозяин, сколько стоит парковка? Давай посмотрим, сейчас я остановлюсь, посмотрю где-нибудь. Надо найти этот, какую-нибудь штуку, где написано. Как эта штука называется? Вот этот аппарат для оплаты. Сейчас найдем. Хотя странно, что его нету. Ну, чтобы вы понимали, как машины паркуют. Раз... О, номер заклеен опять. Оля. Я поставил пиздец. Вам видно этот пиздец? Я в ахуе, как люди паркуются. Это паркомат, да. Заклеен. Номер просто снял. Заклеен. Номер просто снял. Номер снял, заклеил. Номер снял просто.
Смотри, 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 это пиздец. Я вам показываю, как простой у нас. Просто номер снял. Просто поставил, как просто, просто пиздец, как поставил. Что дальше? Сейчас покажу еще. Что еще показать? Да, все вроде уже нормально, уже не заклеивают. Адекватные пошли люди. Тут уже не заклеены, на удивление. Вот, постамат. Сейчас не вижу. А как посмотреть? Как, куда нажать надо? Не пойму. А, во! 35 рублей в час. Вон, да, с 8. А вон эвакуатор поехал, видели? 35 рублей в час, да. Так это ж очень дешево. О, вот они, ребятушки, молодцы, работают. Но проблема в том, что они не справляются с таким потоком, это правда. О, тут же другое место было, уже все, закрылись, пипец. Любые вот такие заведения закрываются просто посекундно. Не вздумайте бизнесом заниматься, это полный пиздец. Прогорите, блядь, сразу же. Вот, смотри, вот тут уже другое заведение. Было другое. Буквально год назад. Я говорил, что... Здравствуйте. А подскажите, у меня там заказ на 765 есть такой, да? Еще готовится? Понял. Ну, прожмете, да, что будет готов? Прожмете, нажмете? Ага. Блин. Лучше бы я тогда в центр не приезжал. Что-то я горю со всего, блядь. Что-то я уже все, уже меня все бесит. Что-то меня прям все бесит. Прям все что-то бесит. Прям все долго, так медленно. Тут полгода готовят, там, сука, заказ за доллар. Все бесит меня, я не могу что-то прям. Меня прям все бесит. Что за ерунда? Почему так все бесит меня? Это странно, максимально странно. О! Братанчик полетел. Здорово. ЧСВшник. Да я кофе уже пил с шоколадкой. Меня все бесит. Все бесит. Самый казусный случай, не знаю. Да не было, все просто и понятно. Да нет, я кушал, в том-то и дело. На меня все... О, еще один полетел, ля. Жесть. Меня все бесит. Я хочется работать, по 5 долларов заказы возить. Меня так все бесит, эти долларовые заказы, эти ожидания. Меня все что-то начало прям реально бесить. Походу, я чуть-чуть надо на выходной брать. А, я завтра, наверное, не буду работать. Хотя... Сука, 8 долларов только. Ну что за дичь? Уже обед будет, а у меня 8 долларов только. Сучьи заказы дешманские. Этот красный оксай, сука, все испортил мне настроение. Ой. Блин, а пока эти чебуреки склеит полгода, много месяц выходит, зайди мой ТГ, почитай отчеты. Да не буду я с прохожими говорить. Нет, не имеют права отказаться просто так, к сожалению. Пипец, пробки в центре, я в ахуе, все стоят. Ой, как мне хочется. А что мне хочется? Сейчас бы на руле в дёрт-ралли погонять бы. Воу. Сейчас бы реально жестко погореть бы, как не получается один проехать этот участок. Бля, как я хочу на руле поиграть. Сука, они такие дорогие на Озоне, пизда. Я хотел купить себе G29, зашел на Озон и охуел, как они дорого стоят, прям реально. Прям цены вообще больные какие-то. Сейчас я посмотрю, как он стоит, руль игровой. А я, наверное, буду вот такой руль покупать. Сейчас покажу, где он тут был. Вообще кайф. 3600, вот, Свен. 3600. Вот такой куплю дешманский. По приколу. Да жалко отдавать столько денег, понимаешь? Жалко реально.
не хочется как будто бы даже столько отдавать. Ладно, в пизду, без руля. Когда мне играть-то, я работаю всю жизнь. Ну не всю жизнь, а в плане, что работаю постоянно. Градусов что-то 120, по-моему, там, за эти деньги, за 3500. Хочется, конечно, G29, где 900 градусов, и тупо с виброотдачей жесткой. Я знаю, что невозможно, не буду я покупать дешманский, понятное дело. Бля, как же мне хочется руль. Пацаны, кто из Ростова? Есть какой-нибудь руль? Возьму в аренду, пожалуйста. Дайте руль в аренду. Да, бля, хоть попробовать, может, мне не понравится. Вот в чем проблема. А вдруг мне не понравится? Я куплю, представляешь, 20-ку отдам. О, братанчик полетел. Офигенный какой. Вот это модно. Братан, здорово, хорошего дня. Классная форма. Красивая очень. И аппарат у тебя достойный, братик. Отличного настроения. И хорошее, чтобы много денег было, и чтобы достатки, брат, был. Удачи. Блин, как бы я хотел такую форму тоже. Мне так нравится, реально. Не пробовал. Hello. О, 160 баксов у меня. Мало. Куртка? Да, надо помыть ее просто. Мало. Буду ждать, когда будет стоить кучу денег. Установил, да? Красава, брат, красава. Господи, а чебуреки из золота, что ли, или что? Еще готовится, да? Минута. Спасибо, понял. Ах, как же мне хочется на руле поиграть. Я смотрел, как паренек сделал из мышки руль. На мышке есть куда-то колесико, кругляшочек. Устанавливаешь кручение руля на кругляшочек мышки, мышку приклеиваешь картонной коробки, внутрь засовываешь еще большой круг, который крутит маленький кружочек мышки. И получается, ты делаешь из мышки руль из картона. Я, короче, типа смотрел, который так делал ребенок на ютубе. Я что-то подумал, может купить мышку за 100 рублей, подключить на колесико мышки руль, управление рулем, и сделать просто самому из клей-пистолета себе руль. А хули у меня, что руки из жопы, что ли, растут? Что, не могу сам руль сделать? А потом продать как Logitech G29. Ivantech G29. Какой-то очкой пальцем тыкать от него, ну да. Сейчас покажу, как руль делается из мышки. Сейчас я на ютубе даже найду. Руль из мышки. Своими руками. Яндекс.Лавка меньше получает. Так, где тут было? Где-то я видел этот видосик. А, приспособу. Ну, я понял. Ну вот. Что-то с мышки тут он делает, что-то. А, ну у него как-то по-другому на кнопке мышки, это не то. А я видел, как делает тип именно на управление просто колесиком. Колесиком именно. Ой, ладно, в пизду, проще деньги потратить. Блин, а прикольно было бы сделать, мне кажется. О, заказ готов. Пойдем. Тормоза сначала починить, я просто их отключил, да, если занят. Код 39. Два пакетика, да? Спасибо, очки. Хорошего дня. До свидания. Опять Сокола 72. Не красный оксай, так все время код этот. Сокола 72. Поехали, а что нам? Вечно ничего не ловит, вечно все глючит.
это Ростов. Ростов, папа. Почитай ответы на вопросы в описании, чтобы было меньше вопросов. Будут какие-то вопросы, спрашиваю. Сумку переворачивать, смотря сумка какого размера. Я гоняю на в описании, есть ответы на вопросы. Почитай, там написано, на что я снимаю. В описании есть, на что я снимаю. Почитай ответы на вопросы, узнаешь, на что я снимаю. Подожди, тут 4 таксиста подряд, что ли? И курьер. Бля, я вам говорю, скоро на улице будут одни таксисты и курьеры. Вообще люди на улицу скоро не будут выходить. Тупо 4 таксиста подряд стоят. Жесть. Все в описании, читайте описание. Марк Гуакамоле? Да, есть такой. Никак, я там ни разу не ел. Все окей. На 20 км в час. Максимум часов работал 15, 7 дней подряд. Не, на первой. На первой работаю. Ой, работаю, катаюсь. ПЖ или не ПЖ? Как лучше, ПЖ или без ПЖ? Я по образованию курьер. Сильно газануть? ПЖ? Болит. Нисколько не вышло. Я не помню, это давно было. Зайди в ТГ, там есть отчеты и читай отчеты. Все в ТГ есть. Рекорд это 76 часов, 40 тысяч рублей. У меня отчет есть в ТГ за позапрошлую неделю. Если кому надо, можете читать. На курьера учился. 6-й год уже учусь, братанчик, на курьера я. Что тут поедем, нет? Пришлось пешиться, большой перекресток. Не было выбора. Уханя аппарат такой прикольный. А ну пошли посмотрим. Что это у него такой за аппарат интересный? Такой прикольный. Гордит нервно прям. Мужику дверь выебет. Не выебала она вообще. Я думаю, сейчас автобус мужику дверь снесет. Было бы мемно на самом деле. Ой, бля, урод. Да, автобус ебаный, блядь. Кочегар, мразота. Видели, сколько гари вышло? Пока теперь не пройдет, не поеду. Просто падаль. Про GTA 5 RP, который NPC на автобусе работает. Отыгрывает роль.
стрим с матом и с токсичностью. Без этого никуда, сори. Работа такая. Без этого вообще никуда, сорян. Только я не читаю чат описания канала, читаю, там есть ответы на вопрос. У меня все написано в описании. Айтишник. Вау. Это GoLang по-любому на этом, на Росросе. Лоус-Ройсе. А вы говорите, раз то бедный. То Феррари, то Лоус-Ройс, то Макларен. Охуеть. Это как все любят, в принципе, как еще назвать. Купил Росройс, стоит в пробке. Бля, пиздец, я ору с водителей. Покупать Росройс и стоит в Ростове в пробке. Бля, жесть. А сколько же ты денег за этот Лоус-Ройс? Лос-Ройс. Как эта машина называется? Лос-Ройс. Успеем, не успеем. Непонятно. Успеем, похуй. Стоит полгода. И так время идет. Ой, слава богу, хоть не надо подниматься в лифт. Ой, в подъезд, это хоть в офисе наконец-таки. Спасибо. Наконец-таки заказ, как я пожелал. О, уже следующий упал заказ, слава богу. Курьеры в Ростове не намного больше получают, к сожалению. Там слишком много курьеров. Это первое, второе, там слишком много заказов. И ты будешь просто ждать, пока тебе заказ полгода приготовят. Вот и все. Здравствуйте. 301 офис. Приятного аппетита. Кошер пицца. Ладно, поехали. Так, 10 баксов живем. Косплей, еще ему тебе заказ. Вот и шлюшка. Просто шлюшка. Надо было в Красномаксе оставаться, походу. Не, надо просто выходной брать, я уже заебался, походу, работать сколько можно. Что-то, походу, меня уже все бесит, начинает опять, надо выходные брать. Блядь, пицца, блядь, и еще одно заведение. Просто комбо, блядь. Ой. Не токсик, просто устал, видимо, уже. Немножко. Подзаебался, короче, походу я немножко. Тут еще и пробка. А что ж ты, блядь, будешь делать? Ёбаный рот. Комбо. Комбо, чтоб сгореть на работе. Лазили, что они решили обувь вместе протереть. Да походу в какашке, что просто резко вместе начали обувь протирать. Меньше, конечно. Я на велике, дай бог, зарабатывал 350 в час где-то выходило у меня. Походу где-то лазили, да. У меня есть тоже такое подозрение. Чувство такое, так сказать, есть.
Ебать, он придумал. Гений. Просто гений. Так, он выходит сюда. Он сделал это. Себе эту сделал. Как ее? Корзинку из ПВХ-труб. Я бы тоже так сделал, на самом деле. ПВХ крепкий, да. Да, уже капал, брат. Уже капал. Ну и в пизду я тогда еще кофе ебану сейчас. Ну нахуй все. Я сегодня зол. Иван зол. Бля, сейчас бы на ринг с кем-нибудь один на один выскочить. Или в слэм жестко с лохтя въебать. Жестко на это, под корн какой-нибудь или под слипкнот. Бля, сейчас бы заслэмиться. Бля, сейчас кому-нибудь, сейчас с кем-нибудь на ринг выйду. Я ебал, меня ловили. Сейчас пиздец, сейчас с кем-нибудь на ринг выйду. Ей-богу. Плюсуйте в чат, кто на ринг со мной пойдет. Пизда, один на один чисто. Кто кого. Я за себя не ручаюсь. Все, готов один на один. Плюсуйте в чат. Бля, не могу, ору прям жестко с этой хуйни. А дождь, кстати, капает. Осуждаю, не поддерживаю. А пока будешь стоять, я просто выдохнусь, и ты выиграешь. Бля, ору что-то я с этой хуйни на самом деле. Чисто я выдохнусь реально. Ты будешь просто стоять, я буду как воздух долбить, и у меня ничего не получится. Нормальный смех, что такое, что не так. Так, наливаем кофе поп. Нисколько, это последний кофе будет за сегодня. Где кофе? Ну а где резкость? А я сверху не брезгую брать. Вот я кофе ключ положил. Да ключ положил? А, хорошо. О, видите, какой натуральный. Всего за 50 рублей на natural. Гляньте, какой natural. Видали? Да, natural какой вообще. Ой, не то нажал. Есть идея поиграть в Индику. Я как будто реально косплею эту игру. Ну да, походу, в своем этом фирменном прикиде учить тупо эту игру пройти. Мне кажется, хайпанул жестко. Так, а что, с чем я буду его есть, вопрос? Пить есть. Есть пить кофе. Такой дешевый. Надо подумать, что взять. О, сникерс по скидке. Ну я за себя не ручаюсь. Сейчас с кем-нибудь один на один выйду со сникерсом. Так, надо какой-нибудь посвежее взять. Как-то они старые все. Я крышку не взял, чёрт.
Оп, и сразу скидка. Имба. Ади лайк мой. Тут почему-то эта касса лайки не ставит. Ни стыда, ни совести. Другие пятерочку ставят. Так, надо пойти крышку нам взять, а то я не уеду так. У вас там на кассе сырки оставили, пропадут, уберите лучше. Все замечаю. Халявный сахар. А, я сахар не пользую. Ну ладно. Все, поехали. Пиздец, 3G. Ну какой 3G в центре города? Ой, надо обратно в Красный Октябрь ехать, там хоть интернет есть. Да, я брезгую. Я бывает брезгую жестко прям. А бывает вообще похер, могу с земли взять что-нибудь скушать. Там собакам, допустим, оставляют какой-нибудь корм. Мне жрать хочется, я жестко накидываюсь прям и прям собак всех откидываю, прям жру с пола. Ладно, это шутка была. Бывает, что я перебарщиваю на самом деле с брезгуванием. Не лутаю. Ну, когда-то лутал. Куда она пошла? Красный же. Ладно. Как свой, реально. Бывает брезгую, бывает не брезгую. По-разному. О, мне что-то комментарии в ТГ оставили. Ну, с пятерочки брезгую, да. Опять же нету, к сожалению, в Ростове. Бля, сейчас опоздаю. Черт побери. Черт побери. О, мужик тоже с кофе. Пипец, я, короче, мне тип по Мэревке устроился, я неделю не знал, кто это устроился, он сегодня хоть наконец-то мне в ЛС написал. Ребят, у меня 2 реферала зрителя проебали по 8500, так что имейте в виду, если вы регаетесь, пишите мне, блядь, а то я потом не знаю, кому бабки переводить. Там девчонка устроилась и мужик устроились, короче, по Ревке. Пиздец, там у них такие большие, по 17 тысяч выплата, они взяли, проебали выплаты. Ну, они тупо по 5 заказов сделали, ни хера не это. Так что имейте в виду, если вы регаетесь, пишите мне потом. Я бы сделал, я бы новодел, конечно, взял бы. Поэтому не вздумайте мне не писать. Это очень важно. Пишите мне. Это реально очень важно. Потому что ревки большие, а вы деньги проебываете. Вы устраиваетесь, думаете, что выплата будет просто так? Ради бога, пишите мне в ЛС потом. Иначе мы ничего не получим. Это очень важно, чтобы я вас, пока вы работаете, наставлял вас и вел по заказам. Так как я... ваш наставник, если вы устраиваетесь, я за вас, как говорится, как гора за вас. То есть я иду за вас. Ну вы поняли. Короче, пишите в ЛС. Сейчас нельзя опаздывать. Таймеры. У меня эта хуйня какая-то новая. Будут сердца отнимать. Если... Да никому не остались, они в ревку не сделали. Сейчас покажу, как это выглядит. Там главное фамилию не спалить. Сейчас покажу. Вот смотрите. Где там ревка? Сейчас. Ну, к примеру, вот тут девчонка, которую я искал, так и не нашел, блядь. Ну, она все, она сегодня последний день, она проебала и ревку, все проебала. Сейчас покажу. Бля, я смогу фамилию спрятать в теории? Вот так. Бля, если кнопку нажму. Не нажму. Вот, девчонка. 17 тысяч, ебать. Мы бы по 8500 с ней получили. Я рот наоборот. Этого казино. Она взяла, все проебала. 0 дней осталось. 5 заказов сделала. Ну что такое, девочка моя? Что это такое? Почему ты не работала? Блин, столько денег, солнце. Курьерочка. Как не стыдно. И другой мужик тоже не выполнил. 8 заказов сделал. И тоже бабки проебал. Ты представляешь? Ты представляешь? 12, я вижу, что 12 уже. Блин, так обидно, по 8500. Я бы с них получил бы 17 тысяч, и они бы от меня по 8500. Вы знаешь, как обидно мне и им? Ну, мне больше обидно, блядь. Какие кормилицы.
Нет, там не 30 заказов, это первая выплата 30 заказов. В общей сложности 110 заказов у нее. Поэтому как бы, ну, очень обидно. Чувствую себя прям кинутым. Жестко кинутым. Да какие за 5 заказов? Можешь в Твери, конечно, можешь. По всей России моя ревка работает. Регаешься? Обязательно мне в ТГ пиши, что ты по моей ревке идешь. Я бы знал, кому бабки выплачивать. Умоляю, пишите мне в ТГ потом, мальчики мои, солнышки. Где лучше работать? Бля, где свет? Ей дано было дней, 20 дней было дано. Ревка по всей России работает. Нет, мне не жарко. Выплачивается... Сначала вот так выплачивается. Сейчас покажу. Вот, допустим, ее ревка. Где там, блядь, не вижу. Вот, видишь? Первая выплата 1700 рублей за 30 заказов. Потом 40 заказов 1600-800. И потом 40 заказов еще 8500. Вот так это работает. Ревка по всей России работает. Если регаетесь, пишите мне обязательно в ЛС потом. Не забывайте. Иначе и все проебем с вами. Это важно. Очень важно. О! Не обязательно. Не обязательно. Я плачу бонуску, и также вы получаете бонуску на налог. Вы платите не 6% поначалу налога, а 4%. Тоже классный бонус. Имейте в виду, не стесняйтесь. Задавайте любые вопросы по ревке. В описании есть ответы на вопросы. Не забывайте читать ответы на вопросы. Все есть. Пока не могу этого сделать, потому что у меня просто... Пожалуйста, любые вопросы задавайте. Я вам все расскажу, вас наставлю, подскажу. Так как... Я наставник, ваш будущий наставник. Сегодня вы мой зритель, завтра вы мой потенциальный коллега. Что-то какой-то он старый попался мне, или мне кажется, что он старый. Какого он числа? Да нет, вижу вроде. Может, он открытый был? Да нет, не был он открыт. Или был. Да не мог он старым быть, он был запечатан. Он похож на старый. Нормально, шире. В день делаю, зайди в описание, там есть ТГ. Почекай отчеты. Поизучай. Не конкурентов, а моих коллег. Моих братьев. Моих слонов. У меня нету... Блядь, господи, слово забыл. Конкурентов у меня нету. Все курьеры наши слоники. Братья мы все. Поэтому априори мы все коллеги. Это, не знаю, октября-то. Зубы? Да не, недавно. Иногда смотрю. Коммунити, да. Улица у них, как будто бы они и искусственный интеллект рисовал. Прикольно. На фоне Кремля, что ли, они бегут, не пойму. Футбол играют. А, машина в тему стоит, кстати. Нет. Да какой зоны? Не. А, или церкви, непонятно. Угу. Вон она слева. Ну, за этим трансформатором школа. Ха-ха, машину. Хорошая шутка. Привет, брат. Ну да, получается. А, ты про рисунок. Ну, видимо.
Но больше она на церковь похожа, чем на школу. Или на какой-нибудь... Господи, на что он похож? Ну, как где живут те, кто приходит в храм жить. Забыл, как называется вот это, когда... Господи, как он называется? Когда при храме, при церкви прихожане живут там же и делают все. Все, что там при... Господи, как же он назывался? Монастырь, да, на монастырь похоже как будто бы. Всем курьерам говорю, конечно, а как же. Прихожане, да. Ну, меня, кстати, хотели в такую отдать, чтобы я батюшкой был. Было дело. Но так я батюшкой не стал. Стал курьером. Было-было у меня. Мог бы реально быть бы батюшкой. Батюшкам стримить нельзя, я знаю. Поэтому... Хотя, может, и можно. Честно, если батюшка начнет стримить его... Я в ТикТоке батюшек стримеров видел. По-моему, их всех, наверное, уволили уже. Или запретили стримить. Помните, такой момент был в 21-м году, когда батюшки стримили на ТикТоке? Кто помнит, поставьте плюс в чат. Я стал батей доставки. Батечка Эвелона, а я батечка доставки Меладзе. Реально никто не помнит, как батюшки стримили. Вы что? Ну вы даете. Я думал, это, я думал, что все помнят такое. Сука, какой же кофе пятерочки вкусный, я не могу. Ой. Просто грязюку творит этот вот кофе со мной. Жесткую грязючку творит прям. Ох, сейчас бы еще с секосом бы заняться жестким бы с кем-нибудь. Ну ладно, ладно. Это я уже переборщил. Не обязательно. Можно просто заказ дорогой хотя бы. Хотя. Добрый день. Подскажите, у меня к вам заказ на 1000. Правда, две суммы написано. А, это Ташир пицца. А у вас который заказ на 550, там одна позиция. Тайский вок. Кисло-сладкий соус и цыпленок. Есть такой? 500. Ага, во. Спасибо, очки. Хорошего дня. А что, ключи оставил, так пошел? Вон. Так, Ташир пицца еще. У нас за углом поехали. Подвал это не... Это, ну, подсоб. Какая айтишница поехала в красной машине, обалдеть. Ой, где связь? Связь, алло, здравствуйте. Ташир где? Да дальше. Там, да. Просто был максимум.